Великий пост начался у православных. В эти дни верующим придется воздержаться от многих любимых и привычных блюд, например, мясных или с добавлением продуктов животного происхождения. Под запретом также соли, любые специи и приправы. А сегодня по церковному расписанию чистый понедельник, когда вообще ничего нельзя есть. Во вторник предписывается питаться хлебом и водой. Есть в расписании также дни, когда можно есть только сырую пищу, фрукты и овощи. Часто разрешено есть горячую пищу, но без запрещенных продуктов. Великий пост – это дань 40-дневному посту Иисуса Христа, так что длительность его в христианстве также связана с числом 40. Но фактическая его продолжительность меняется в зависимости от летоисчисления в конкретной конфессии. В этом году Великий пост у православных продлится 48 дней. Воздерживаясь от привычных благ и излишеств, христианин должен усмирить свою плоть и духовно очиститься от плохих мыслей.